Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на тестовом нашем аккаунте, и я решил потрешевать и решил качнуть здесь гарнизон на основах, там на русском сервере, где я играл и играю, в принципе, там гарнизона нету, на английском сервере тоже гарнизона нету. А здесь я решил прокачать, посмотреть, может, все-таки есть смысл какой-то от гарнизона, и напишите в комментах, какие героев на максималке, с какими талантами вы хотите увидеть, то есть именно гарнизонных. Гарнизонные герои, ну их качать, их не надо делать эволюции, в принципе они, как видите, качаются очень быстро, прорывы тоже у них качаются, так же, как и у остальных героев, остальное там прокачки талантов, прокачка самого героя намного дешевле получается, чем легенды легендарного героя. Сейчас мы качнем еще зеленого кого-то. Вот. И самое основное, какую они цель на себе, нагрузку несут, это дополнительные бонусы в башнях. И не более того, башни мы используем, в принципе, везде, где у нас есть раста, на командных подземельях, пришествиях, в дефе на битве гильдий. То есть очень много разных вариантов, где можно использовать. Обидно. Вот, я решил трешануть. О, ремочка, ремку можно. А, тут у нас уже ремка есть даже. Попробовать посмотреть на возможности всего гарнизона, то есть я решил полностью перекачать весь гарнизон, потому что здесь у гарнизона у большинства героев нету кулдауна. Это реально очень круто, то есть можно ставить там воодушевление, можно ставить разные топовые таланты и тестировать. Я уже показывал не один раз, как я гарнизоном проходил полностью кошмарки, ну до восьмых. Мы, по-моему, даже в седьмых трешевали. А, возможно, я это сделаю здесь. Попробуем разные вариации. В общем, напишите в комментариях, какие герои вы хотите увидеть на максимальных прокачках. Вот, например, тот же самый ангел. Я ангела тоже качал у себя на основе. Герой восстанавливает 470% от атак и не имеет кулдауна. То есть под разгоном тыквы, по сути, эти герои просто бешеные будут. Тот же самый Тритон при максимальной прокачке, который наносит 100% от атаки 100 вражеским противникам, но здесь не максимально еще, получает и забирает от хил, не имеет кулдауна. То есть по сути, если он будет жить и все время будет бафаться, он будет реально просто тупо нафиг выносить. Ну, я в принципе показывал, кто хочет, посмотрите на Тритона на максималке, либо же напишите, какие герои здесь вы хотите увидеть, мы их обязательно потестируем, потому что это реально кайф, хоть они и слабенькие, они силы не дают. Ну, честно говоря, битва замков, ну, нету смысла гнаться за силой, потому что просто помимо топа вы никаких особо там плюх не получите. То есть, если вы сильно раздуете силу, на вас будут набивать на битве гильдии очки. А если у вас сила будет маленькая, вам тоже, в принципе, единственный минус от силы, или, скажем так, плюс, это то, что вы больше будете получать на битве гильдии. Ну и то там не особо столько тех кулаков, их сейчас, по-моему, можно с акции получить, как за месяц фарма той же самой битвы гильдии, даже больше. То есть, ну, конечно же, не на русском сервере. Та же самая настолка, 100к кулаков я уже не один раз доставал без проблем, поэтому... Так, будем качать гарнизон, ребята, золотыми книгами. Мы зажрались. Некуда девать эти книги, они реально мешают открывать сундуки, поэтому приходится вот таким вот образом хоть куда-то сливать.
Ну, конечно, когда камешков, когда начинаешь качать прорывы, этих книг не хватает. Но когда ты не качаешь прорывы и тебе надо там какие-то расходники, это, конечно, печаль. Так, что тут у нас? Что тут у нас? 200, 200, 200. Видите, здесь нету эволюции. Если бы, конечно, было бы прикольно, если бы они сделали эволюцию для магазина героев. Это, конечно, была бы жесть. Ну, не для магазина, а именно для гарнизона. Так, тут у нас сотый. Надо будет, конечно, потрешивать, еще покачать просветы. Это еще то задротство. Надо увеличить, кстати. Надо будет как-то увеличить здесь резервуары для золота и маны, чтобы быстрее это все дело было. Потому что реально за золото даже того же самого, чтобы можно было быстренько прокачать сразу же героя на фул. Ну, как видите, гарнизоны героев реально очень много. У каждого есть свои свойства. И, в принципе, при правильной прокачке, помимо того, сейчас мы зайдем в башню, что они... А, у меня, по-моему, здесь даже башен нету. Сейчас я уже его докачаю. Да, видите, у меня даже ни одной башни нету. Дожились называется. Давайте построим хоть одну башню. Так, уже не атака. Деф. Мы ничего в нее не можем запихать. По-моему, там с 10 левела она уже. Можно такие под него использовать уже. Вот, наконец-то появилось. Теперь мы можем выбрать какие башни, ну, для определенных. Ну, конечно, в основном используют либо магические, либо такие стрелковые. Вот сюда, вот чисто ради этого, в принципе, гарнизон и качается. Вы имеете возможность улучшить дамаг по героям. Это легендарный герой. Сейчас мы дойдем до синего. Вот такой прокачанный дает вам улучшение дамаг на 14% и жизнь плюс на 70%. И такой вот герой вам дает увеличение зоны дальности атаки. Вот видите, какая она. Если мы сейчас, например, уберем, вот сразу же зона в 2 раза меньше стала. То есть плюс 21 клетку, по-моему, на максималке выдает. Ну, соответственно, жизнь и урон точно так же определяется. Вот. То есть для этого чисто он качается. Но у гарнизона есть куча других преимуществ по сравнению с другими героями. Я постараюсь уже докачать и показать вам, какие преимущества есть. Это реально от максимально прокачанного гарнизонного героя можно просто обалдеть, что он может делать на подземках. Но, конечно, надо в него влить ресурсы, но это не надо делать там эволюции. Это надо просто прокачать его до 200-го, сделать хороший талант и прокачать его умение, скилл. Все. Ну и, конечно же, определенные герои, им можно просто тупо угорать при определенных прокачках. И не надо там ждать мега-имбовых героев. Постараемся здесь потрешивать. Я думаю, напишите в комментах, кого вы хотите все-таки увидеть на максималках. Какие герои, с какими талантами. И мы уже с вами что-то придумаем интересное. Ну, видите, здесь прокачивать их, ну, не особо сложно. Единственное, надо будет еще маны докупить.
потому что мне маны не хватит на прорывы всех качать. А фармить реально такая лень бывает. Вот. Тритонище — это просто мега, мега крутой герой. С правильной заточкой он будет просто тупо шатать на подземках. Видите, у меня пока максимум до 53 хватает. А так вроде 55 или 56, если максимум прокачанное хранилище. В общем, вот так вот. Пишите в комментах, каких героев вы хотите увидеть гарнизонных на обзорах, с какими талантами. А я постараюсь собрать ресурсы и прокачать их. И ждите следующего видосика с тестом. Все, всем удачи, всем пока.